Здравствуйте, с вами Игорь Саенко, я вам объясню, как собирать кубик Рубик 4 на 4. Этот кубик несложный, но посложнее, чем 3 на 3. Совсем немного. Для начала разбираем кубик, как всегда. Допустим, мы его разобрали. Первая часть будет посвящена тому, как собрать центры. Центры. Вот. Для начала мы собираем черные центры. Мы должны поставить их так, напротив той части, которую мы хотим приставить к ней. Вот видите, черная часть. Вот. Мы хотим ее приставить сюда. Как-то делаем. Поворачиваем на место нее. Два раза прокручиваем. И вставляем. Вот у нас она вставилась. Вторая деталь. Вставляется почти точно так же. Поворачиваем эту штуку так, чтобы там, где две их, стояли вертикально. Параллельно вот этой штуке. Вот. Мы как бы их заменяем и тем самым соединяем вот эти два кубика. Черные эти, это черные. Мы их соединяем, поворачиваем, чтобы той паре не мешать, их соединяем. Вот. Теперь собираем желтую часть. Желтую, вот, желтую и желтую. Как просто соединяем. Вот делаем так, чтобы они были. Что если мы подвинем, то они соединятся. Сделали, соединили две. Вот еще одна. Ну, это можно просто соединить вот так. Вот последняя. А вот они все остальные. Делаем так, чтобы вот она соединилась с этой частью. То есть, должна быть так, ведем пальцем. Оп, чтобы она оказалась здесь. Точнее, вот здесь, потому что вы вставляете ее сюда. Вот сюда ведем пальцем, вставляем сюда. Два раза прокручиваем к ней. Поворачиваем, чтобы той паре не мешать. Прокручиваем еще раз два раза. Вот у нас собираем так, чтобы у нас ничего не разрушалось. Собираем остальные части. Сейчас вам покажу. Вот, собираем зелененький, значит, соединяем. Центр соединяем так, чтобы оно вставало на место другого. То есть, вот так выбиваем часть, поворачиваем, чтобы не сбить эту часть. И возвращаем обратно. Вот, соединяется. Ищем еще зеленую часть. Вот зеленая часть. И вот, да? Опять делаем так, чтобы оно выбило это, выбивает. Два раза поворачиваем. Входит. После этого мы делаем то же самое, что делали с черной стороной. Вбиваем так, вот. Поворачиваем. Ну, как вы видите, ничего не сложного. Я дособираю, чтобы вам было все понятно. Вот, опять соединяем эти две части. Поворачиваем, возвращаем. И всегда, главное, надо возвращать, всегда. Вот видим красную часть, и тут красным остались. Поворачиваем так, чтобы эти две выбить, а эту оставить. Вот. Это значит, поставляем, это должно контачить с этой. Вот. Ставим ее сюда. И... Sorry. И мы отставляем. Мы собрали красную сторону. У нас собрано черная, зеленая, красная и желтая. Нам остаются эти две части. Но это легко, смотрите. Когда у нас остаются две части, берем просто и одной оранжевой вбиваем другую оранжевую. То есть, вот так берем, так. Сейчас я вам сделаю так, понагляднее. Вбиваем так. Прокручиваем. Возвращаем обратно. И у нас все собирается. Все центры. Это была первая часть. Смотрите продолжение. Дальше будет легче.